Добрый вечер, друзья. Вы знаете, я абсолютно убежден, что души людей, которые от нас ушли, особенно людей, которых мы любили, они слышат нас, когда мы к ним обращаемся. Я не дожил до старости, поэтому я сегодня хочу почитать вам и для него стишки об этом прелестном сезоне, поскольку я до старости дожил. Эта подборка называется «В органах слабость, за коликой спазм, старость не радость, маразм не оргазм». Увы, всему на свете есть предел. Облез фасад, и высохли стропила. В автобусе на девку поглядел, она мне молча место уступила. К очкам привыкла переносица, во рту протезы как родные, а после пьянки печень просится уйти в поля на выходные. Бывает, проснешься, как птица, крылатой пружиной на взводе, и хочется жить и трудиться, но к завтраку это проходит. От постарения охладев, я погасил мою жаровню. Еще смотрю на юных дев, а для чего уже не помню. Старики не сидят с молодыми, им любезнее общение свойское, и в ветрах, испускаемых ими, оживает былое геройское. У меня есть и бодрые, правда, стишки, так условно. Зря вы мнетесь, девушки, грех меня беречь. Есть еще у дедушки чем кого развлечь. Время остужает плоть и пыл, и скрипит в суставах воровато. Я уже о бабах позабыл, больше, чем я знал о них когда-то. Напрасно языком я не треплю, мою горячность время не остудит. Еще с кем угодно пересплю, пускай только никто меня не будет. Того, что будет с нами впредь, уже сейчас легко достигнуть. Мне, чтобы утром умереть, вполне достаточно подпрыгнуть. А вот очень важный, по-моему, стишок. Нас маразм не превращает в идиотов. А в склерозе много радости для духа. Каждый вечер куча новых анекдотов, каждой ночью незнакомая старуха. Зря девки не глядят на стариков и лаской не желают ублажать. Мальчишка переспит, и был таков, а старенький не в силах убежать. Счастливо тебе там, Ян. Мы еще увидимся. И вам спасибо. Игорь Губерман.